Добрый день, мои дорогие подписчики, гости канала. Сегодня немножко поупражнялся, пособирал малину и кое-что хотел бы вам напомнить о ней. Что это за ягода и так далее. И вот мне еще пришла такая мысль, что многие говорят о каких-то деревьях малиновых. Честно говоря, мне кажется, что это просто людей обманывают. Потому что реально, ну вот сейчас она, допустим, поднялась у кого как высоко. Ее можно подрезать на высоте от метра до полутора, и она даст боговые побеги, и это будет как бы получаться как дерево, которое уйдет на следующий год. Да, малина будет много, но это не дерево. Малина, обыкновенная малина, так и будет. Просто она требует дополнительного ухода и даст возможность получить больше урожая. Сейчас, конечно, запах от нее идет очень-очень классный, замечательный. Вот, еще раз напомню о чем. О том, что чем можно кормить малину. Самое простое. Самое простое – это засыпать ее просто-напросто древесными опилками. И она как раз питается разлагающейся древесиной. Просто обратите внимание на то, как, где она растет в лесу. Обычно она растет на буреломах, где много поваленных деревьев. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Усатый садовод». Всем доброго-доброго здоровья!